Вот, в мясном отделе, где продается мясо, значит, оно разного производства. Вот есть пакистанское, значит, вот курочки фреш. А вот говядинка 40 дирхам. Вот говядинка по 29 дирхам. Но я вам хочу сейчас показать. Значит, вот бразильское мяско. Вот тоже говядинка бразильская. Но бразильская говядинка подешевле. Так, это вот индийская телятинка. Это не говядинка, вот Индия. Ну, цена вот такая, вот видите. Делите все на 4, чтобы получить евро. Так, ну вот австрийское мяско. Вот из Австрии. Печеночка. Так, и вот филиппинское. То есть, вот смотрите, мясо со всего света. Но самое интересное, что я вам хочу показать, дорогие друзья. В этом отделе я увидел такую замечательную инсталляцию. Вот, да-да-да-да, посмотрите, грибочек, сделанный из фарша, кролик, кроличек, грибочек, уточка и коровка. Вот разделочный стол, и все это сделано из фарша. Посмотрите, какая прелесть. Вот. А еще я хочу вас пригласить, через несколько дней я снял вам очень большой влог, и вы проведете один день со мной на море. Будем очень много петь, будет очень много интересного. Запасайтесь попкорном, кому надо, возьмите 50 грамм. А вот кто хочет, возьмите семечки пощелкать или чего-нибудь сладкого. А вот будет большой часовой влог, один день музыкальный влог с Гариком Талисманом. Все, вот такой вот анонс, показал вам мясной отдел, короче, намешал грешное с праведным. Ну, я не могу иначе. Я растоплю кусочки льда, сердцем своим талисманем горячим буду любить вас всегда. Я не могу иначе. Все, ждите, через несколько денечков будет новый, хороший, интересный, большой блог. Пока-пока.